Всем привет! Добро пожаловать на канал Хайбист, и с вами я, его ведущий, Риха Хартс. Ну что ж, по картинке и по названию вы поняли, что сегодня будет что-то очень особенное. И да, релиза этой пары еще не было. В России я буду, наверное, самым первым и, может быть, даже единственным, кто сделает обзор на эту пару. Это Nike Off-White Dunk SB. Ребят, эта пара сейчас стоит просто баснословных денег. Если вы смотрели Mystery Box, я здесь оставлю вам подсказку, то вы знаете, сколько стоит эта пара. Эта пара на данный момент стоит очень много. Ритейл, я думаю, будет в районе 10-12 тысяч рублей, как обычно, потому что это данки, и дорого они стоить не будут. Но ресейл будет просто дикий, вы сами все понимаете. Ну что ж, погнали в клоузап, посмотрим на эту пару, как она выглядит. Официальной даты релиза этой пары еще нету на момент, когда я снимаю этот видос. Поэтому эту пару я получил задолго до официального релиза. Я думаю, это заслуживает лайка. Ну а так, мы двигаем клоузап. Погнали! Эта пара пришла без коробки, потому что все пары до релизов всегда приходят без коробок. И как вы можете заметить, даже тот же самый ZipTie, он просто лежит рядом, его даже не надевали на пару. И он белого цвета, что очень необычно для Nike Off-White. Потому что были красные, голубые, но белые — это что-то новенькое. Ну что ж, вот и сама пара Off-White Nike Dunk Low. Как вы можете заметить, здесь Virgil постарался и сделал очень много интересного. На шнурках нас ждет классическая надпись Shoelaces. Изнутри также мы видим Off-White for Nike, Nike Dunk Low, Beaverton, Орегона, США. Как вы можете заметить, здесь что-то по типу двух слоев шнурков. Просто есть обычные шнурки, а сверху вот такая вот декорация и вот такого вот оранжевого кислотного цвета шнурки, которые сзади просто привязаны. И также на шнурках присутствует надпись Shoelaces. Язычок, как обычно, деконструированный, то есть мы можем здесь увидеть поролон, но сверху он сделан полностью из кожи, и вся пара полностью выполнена из довольно-таки качественной кожи. Как вы можете заметить, она довольно-таки мягкая и, честно, очень круто выглядит. Для тех, кто в комментах будет писать, что эта пара паленая, делайте скриншоты, отправляйте на легит-чеки, я пару покажу со всех сторон. Как вы можете заметить, во многих местах на кроссовке присутствуют вот такие вот петельки, через которые продеты как раз-таки вот эти вот шнурки. Также присутствует оранжевый тег, я такой же самый видел на форсах офф-вайтовских. И почти на всех остальных кроссовках, где есть Nike Virgil, этот ярлычок присутствует. Также у этой пары очень интересная разноцветная стелька, на которой написано 2020 год. Поэтому эта пара, наверное, выйдет в 2020 году. В общем, стелечка интересная. Такого принта я еще не видел. Поэтому эта пара — это что-то особенное. Изнутри пара выглядит почти как все Nike. Тут ничего необычного нету. Сайз-тег перенесли вот сюда вот. Вы мне очень часто в личку пишете: «Риха, а как купить кроссовки за ритейл, не переплатив реселлерам? Ну и либо просто же купить кроссовки за ритейл и продать их дороже». И для этого я сделал очень крутую группу в Телеграме, где мы делимся с вами новостями и релизами о кроссовках и других шмотках. Мы рассказываем, когда и где будут выходить кроссовки и шмотки, ну а также мы пишем очень крутые статьи, чтобы вы узнавали много нового. Ну а если ты хочешь начать зарабатывать на перепродаже одежды и кроссовок, ну либо же просто брать вещи по ритейлу, то мы сделали платный чат, где мы обучаем вас этому. Мы обучаем вас брать вещи на релизах за ритейл, то есть за ценник, который магазин за него просит, а не реселлеры. Поэтому, если ты хочешь брать вот такие вот релизы, то ты знаешь, что делать, все ссылки будут в описании. Ну а также в нашей группе в Телеграме, когда наберется 5000 человек, мы сделаем очень крутой розыгрыш, либо кроссовок, либо какой-то шмотки, вы сами уже выберете. Поэтому переходи по ссылочке в описании, подписывайся и следи за новостями. Эта пара будет выпущена в трех расцветках, это одна из них. Также будут синие с желтым и красные с белым. Подошва здесь от обычных SB-шек, и Virgil не стал извращаться, как он делал с другими моделями, которые он делал для хайкинга, то есть для походов. В общем, здесь с подошвой все окей. Я честно пока не могу понять, насколько удобно будет носить это вот так вот, потому что эти шнурки будут постоянно заваливаться внутрь, и как-то красиво я не думаю, что ты их завяжешь. Поэтому это довольно-таки спорный вопрос. И когда эта пара выйдет, я, наверное, сделаю еще один обзор на все расцветки и посмотрим, как это уже будет выглядеть. Я нормально одену эту пару на ногу, поношу и потом скажу вам свое мнение. В общем, очень интересная пара, я себе ее очень сильно хочу, но хочу в других расцветках, и это не мой размер, поэтому себе я ее оставить, к сожалению, не смогу. Сзади эта пара выглядит как обычные данки, здесь прошито все красиво, и на удивление особо никаких косяков нету. В общем, честно, Nike постарался и сделал очень интересную пару, по-другому я ее не могу назвать, это не супер какая-то красивая пара, она просто интересная, потому что такого мы еще не видели. В общем, будем смотреть, что еще Virgil сделает для нас, а так ждем релиза вот этой вот пары. Ну что ж, вот мы посмотрели на низкие данки. Dunk SB Low. Ну а также напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой пары, понравилась она вам или нет.
Также будут выходить еще две другие расцветки, это синяя с желтым и красная с белым. В общем, напишите в комментах, как вам эта пара. Я думаю, то, что я достал такую пару, заслуживает лайка, поэтому вы знаете, что делать. Также напишите коммент, поддержите меня. И, кстати, я давно не просил вас подписаться на мою инсту, потому что что-то подписчики у меня не растут, а канал растет. Ссылочки все в описании, вы знаете, что делать. Ну а так, с вами был я, Рика Хартс, до новых встреч, пока!